Брянск в третий раз принимает Кубок России по рукопашному бою. Предварительные бои начались после торжественного открытия соревнований. Поздравить вас с участием в Кубке России по рукопашному бою. Пожелать вам достичь результата, к которому вы готовились. Сильнейшие спортсмены представляют 37 регионов России. Всего во Дворце единоборств имени Артема Осипенко собрались более 200 участников. В прошлом году здесь тоже был финал Кубка России. Всем очень понравилось. И мы попросили руководство области с тем, чтобы они нам разрешили и в этом году провести Кубок страны по рукопашному бою. Основные соревнования пройдут во второй день Кубка 20 апреля в 10:00. Финальные бои запланированы на 21 апреля в 16:00. Кирилл Новиков, Алексей Рязанцев, Брянск.